Всем привет, ребята, меня зовут Спуди Дориду, это добрый квадратик, который попал в странный дремучий лес, а странный тем, что все поменялось местами своими. И теперь мы будем сражаться против злых черных. Черных. Обманул я вас. Красных шипастиков, не ожидали? Вот он, кстати, один из них, это, ребят, ниндзя. И он хочет на нас напасть. Так, а ну-ка иди сюда, куда ты попрыгал? Жаробасик. Так, толстячок. Тоже так называют, а их нельзя так. Так, чё? Он кнопочку нажал? Когда это он успел-то это сделать? Вот это он шустрый попался. Так. Вроде и пухленький, но шустрый. Ой, вон он еще один внизу, так? Так, а ну-ка стой. Есть, справились мы с ним. Экс. Ой, вот тут надо быстренько по этим палочкам прыгать. Есть один. Теперь второй. Нет, 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 нет. Ты хотел меня сбросить. На тебе. Представляете? А вот этот поворот. Кавабанга. Так, чё мы опять тут оказались? Я же их всех победил. Так. Это что-то не по плану пошло. Ю-ху! Где мои шарики? Так, это ты их у меня украл. А ну иди сюда, толстячок ниндзя. Есть. Так, стоп, там все забрали? Все забрали. А теперь, боже мой, кнопочку зажать. Так, ой, отстань. Отстань, я тебе говорю, мне нужно только это бревно. Огромное бревно с этих деревьев, которые нельзя ни в коем случае было пилить. Ну что ж такое? Ух! Вот это мы приклеились. А что делать? Она же сейчас меня распилит. Нет! Прямо дух шарика вылез. Вот. Нет, я знаю, то, что ты можешь мне приклеить в этот раз. Я так просто не отдамся. А почему мы не смогли туда запрыгнуть? Это как так-то? Вы вообще думали, что такое может случиться? Я нет. Дин-дирин, дин-дин-дирин. Ты хотел меня тут подловить, да? Тогда ты получишь мега-удар от меня по заднице. И пинком отсюда полетишь. Злой ты шарик. Так, а ну-ка давайте еще сюда. Направо. И мы допрыгнули туда, куда нам нужно. Ой, смотрите, следит за мной, да? А вот так вот ты не ожидал, что я смогу выпрыгнуть и тебя победить. Это был наш тайный прием. Так, ну ты будешь... Ты включаться, какая-то нерабочая кнопка. Так, или она уже включилась? Она, по-моему, на время, ребят, поэтому бежим. Бежим! Есть! Мы успели! Смотрите, а ворота-то закрылись. Все! Не проберешь. Ах ты ж, ты на кого напал? Да? Все! Больше ты на меня не нападешь, негодяй. Фух! Я уже думал, мы до сюда не допрыгнем. Ведь уж больно высоко. Так, опа. Назад. Или нет? Назад ведь на... Ну что ты будешь делать, а? Так, сюда. Направо. А, тут еще повернуть надо вот так вот. Оп. Оп. Ну, наконец-таки, есть, ребятки. Ой, вот тут и конец уровня. Фух.
Ну, конечно же, мы передохнем тут, ребятушки. Такая у нас получилась серия. Надеюсь, она вам очень понравилась. Поставьте кучу лайков. Конечно же, подпишитесь. С вами был Спульдо Еду и Добрый Черный Квадратик. Всем удачи. Будьте добрыми. Никогда не злитесь. И всем пока-пока. Разгончик. Bye.
Thank you.